Лили, слава! Так, я не поняла, ты что тут делаешь? Теннисом занимаешься? Да. У тебя сейчас гимнастика, вторая часть домашней работы. Да, давай разминаться. Давай я тебя быстренько растяну, потяну. А я уберу пока ракетку. Давай. Ну, сцепи. Можно в руки взять предмет. Натягивай. Здесь мы делаем ножнички. Вверх-вниз. По 16 вверх-вниз. И 16 потом таких. Потом мы садимся коленочки к себе. Ну, вот так. И вот он. Ну, руки. Выполняем. И раз. Ноги не в пол, а четко вперед. 16. Самостоятельно. Стопы. То есть не в потолок, они никуда. Вот они, 90 градусов, и они должны сюда выпрямиться, сюда. Хорошо. Дальше лодочка. Делаем те же самые ножнички. Пошла. Такие. Вертикальные, потом горизонтальные. Теперь ложись на живот. Обязательно растягиваем живот. Оля, давай, растягиваем живот. Ручка, локоть возле ушка, голова не прогибается. Тянем правую и левую. И двумя руками можно. Далее ложимся на предплечье, опирайся. Обязательно ловли правой и левой ноги в кольцо. Погнали в кольцо. Ловим, затягиваем, отпускаем.
опорную ногу ловим, затягиваем локтем вперед, голову не прогибай, отпускаем. 16 правый, 16 левый и затягиваем в колбаску. 16 правый, 16 левый. Поймали, раз, два затянули, три, четыре в колбаску, вытянуть ножку наверху. И еще раз поймали, раз, затянули, два, три, четыре. Обязательно, если левая нога, то к левому руку затягиваем. Если есть лесенка, очень хорошо вот так чуть-чуть на шаг от лесенки. Беремся ручками как можно выше. И прокачиваем спинку. Пошла. Тоже по 16. Потом задерживаемся. Держим. 16. Потом в кольцо делаем 16. До головы. Обратите внимание, чтобы нога не шла, давай его делай, не шла к плечу. Пяткой, причем стопа на себя. Давай. Пяткой надо четко к голове идти. Пяткой. Стопа на себя. Пяткой. Тоже по 16, потом держим 16. Хорошо. То есть резина может быть и такая. Пошла то же самое. Затягивай резину, бери к полу, прижимай. Вот сюда.
То есть мы прям колено зажимаем. Голову еще поднимай. Вот. Затем мы отпускаем резину. Удерживаем равновесие. И стоим. И стоим. И затем мы прокачиваем кольцо. И растянуть резину. Вот сюда можно что-нибудь подкладывать, чтобы шея не натирала. Убирай. И вот немного здесь. И притягиваем локтем над головой. И опять растягиваем резинку. Оль, теперь шпагат еще затяни. Шпагат. Затяжку. И то же самое затяжку. У кого получается. Стараемся. И еще раз. На правую и левую ногу.
Так, и теперь давай мы сделаем лебедя. Равновесие лебедь дома тренируем обязательно. Да. С резиной и без резины. То есть здесь у нас нога стоит. Сюда повернут. Берем натянутую стопу. Корпус должен быть наклонен. Рука прямая. Вот сюда. То есть здесь у нас параллельно полу. Здесь затягиваем ручкой шпагат. Не заваливаемся. Делаем с опорой. С резиной. Потом резину снимаем. И делаем без опоры. И стараемся удержать так. Стяжку. И не падаем. Жесть, как сложно. Пока повсюду карантин, нельзя забрасывать тренировки. И надо заниматься дома. Всем пока!
Отвязать. Надо тебе.